Здравствуй, как погода? Вообще топ, футбольная. А приходилось ли тебе играть при такой погоде? Нет, первый раз буду сейчас. При такой нет. Но что-то кайфовое в этом есть все равно, мне кажется. А есть возврат в Новый год? Да, да. Я хотел сказать, когда мы вышли с Новым годом, хотел сказать. Играл при такой погоде раньше, может быть, в сборной или где-то? Нет? Это первый раз? Ну, нет. Первый раз? Больная погода. Томас, честно скажи, при такой погоде, когда ты играл, был момент такой? Крайняя игра была в декабре. За Енисей против Крыльев играли, минус 15, плюс-минус поле такое же было. Ну, все в снегу. И... Ну, ты готов? Конечно, готов на 100%. Если выделят время, то выйду на 100%. Скажи, а есть ощущение, что вот-вот наступит Новый год или Рождество? Слушай, да, вот сейчас, когда выходил на поле, такое ощущение, что уже наоборот, чемпионат заканчивается, предновогоднее настроение. Футбол, говорю, что играют все в одинаковых условиях, поэтому я уверен, что наша команда сегодня выйдет и возьмет 3 очка. Дядя Саш, такой вопрос. А вы помните такой матч, чтобы была вот такая же погода? Да, были матчи. Ну, раньше, сейчас давно такого не было. А что вы увидели, о чем подумали, когда увидели сейчас поле? Ну, поле-то в неплохом состоянии, просто снег. Сейчас он немножко, разминка пройдет, и все будет нормально. Они сейчас, пацаны, побегают, оно растает. И будет все хорошо, и будет красивый футбол. Английский, подкаты и так далее. Вопрос. На твоей памяти, как у начальника команды, вообще подобная погода была? Ну, конечно, снег играл. Ну, в Ростове в меньшей степени, где-то на выезде, в Ростове не часто играл. Это проблема? Я думаю, что нет. Поступай нормально. Мячи красные есть, все хорошо. Удается ли качественный футбол показывать вообще, в принципе, особенно тот, который Ростов обычно проповедует? Тяжело, опять же, погодные условия, но снег вроде подтаял, сейчас, надеюсь, во втором тайме уже повеселее будет.
Данил, поздравляем с призом, вы стали лучшим игроком этого матча. Матч получился непростым, это было связано с соперником или с очень тяжелыми погодными условиями? Наверное, погодные условия, в первом тайме решили усложнять, не рисковать это лишний раз. Попробовать через борьбу навязать. В втором тайме вышли уже, более-менее начали внизу играть. Все вроде неплохо, но не забили. Сегодня вы с капитанской повязки, вы заменяете, вы получили новых партнеров в центре поля, новых, да, не было Нормана. Как было, комфортно, некомфортно, насколько быстро успели привыкнуть? Все-таки такая молодая линия у вас в центре поля получилась. Думаю, возраст это не проблема, как бы ребята достаточно хорошие, поэтому нормально. Как оцениваешь Гиговича сегодня? Довольно хороший матч провели. Все довольно хороший матч провели. Но я так понимаю, что все равно есть чувство неудовлетворения от того, что 0-0, потому что во втором тайме уже в концовке поджимали. Ну да, наверное, в первом тайме плюс-минус где-то игра равная была, наверное, в Сочи было два момента, у нас где-то два момента. А в втором тайме я считаю, что мы давили, особенно в конце, должны были забивать, ну, футбол. Последние 5 туров у вас всего лишь одна победа. Это такая история, которая напрягает? Или, в принципе, с учетом качества игры и того, что показали и с Ахматом, и с Зенитом, все, в принципе, неплохо? Все неплохо, я думаю, впереди. Все, спасибо. Просто непростая подготовка к матчу, достаточно много потерь, тяжелое поле. И, в общем, вы так перед матчем говорили, что готовы к тем проблемам, которые могут на команду свалиться. Вы, если вы игру смотрели, то сами все видели. У нас моменты были, у команды соперника моменты, за исключением. После стандарта, опять же, любой какой-то напряг возникал. После стандарта момент молодного, который провели. Непонятно, как я с ним прошел, там, когда там больше одного удара, ну, удара я имею в виду, и когда мяч еле докатывается, что-то опасно, вспомнить не могу, у нас в первом тайме особенно, в большей степени, 100% момент, у Али и у Понбуса, конечно, недоволен. Оцените действия сегодня Али Самей, он вышел на непривычный конец центральной защиты. Какого? Центрального. Без проблем. Тань, а скажи, повязка вообще сегодня капитанская давала какую-то мотивацию? Да нет, я думаю. Как обычно, выходить надо. Драться, биться, играть в футбол, переигрывать соперника. Поэтому особой разницы нет. А поле было тяжелое. Кажется, что тебе наоборот удобнее так играть, исходя из позиции. Вряд ли, думаю, нет, потому что в первом тайме я видел, что много единоборств было. Наверное, где-то планировали пробовать низом играть, выходить из обороны. Так сложилось погодное условие, что пришлось переходить на игру вперед, длинными передачами и единоборствами. Кажется, что ты отдал все силы на поле. Как сейчас себя чувствуешь? Чувствую нормально, как и плюс-минус во всех играх, естественно, что эмоционально, психологически, физически это устаешь. Есть время восстановиться и дальше бой. Дань, в такую погоду на стадионе было достаточно много болельщиков. Как тебе сегодня их поддержка? Они молодцы все. Хочу их поблагодарить, что пришли в такую погоду. Дождь, снег, холодно. Сидели, поддерживали нас. Поэтому спасибо вам, болельщики, большое, что приходите поддерживать нас. Стараемся играть для вас. Я думаю, победа будет впереди. Мы Ростов.